хорошо? Спросила она робко. Все хорошо? Можно одно предложение? Выключай, скажу. Дело в том, что... Дело в том, что все было из этого концерта, из этой даты. Потому что вот эта концепция длиной в 16 лет, помолчите, правда. Поговорите на автопате там с друзьями. Все было из этого концерта. Концепция длиной в 16 лет. Кто может этим похвастаться? Мало кто. Поздравляю. Тяжелые времена, сложные обстоятельства. Но я придумала этот тур, и удивительным образом он оказался хорошим, счастливым. И теперь я не понимаю, знаете, в ситуации, как кто же важнее, курица или яйцо? Вы не понимаете, я, наверное, говорю не очень понятно, не очень внятно, понятно, потому что я сейчас работаю концерт. Все было ради этого дня. Все, последние полгода. Но все, что происходило эти полгода, это было так круто, это было так счастливо, это было так хорошо, что я не понимаю, что же на самом деле важнее. Вы понимаете, о чем я? Но! Пад! Я, правда, стою третий раз на этой сцене 1 апреля. День дурака. Про четвертое я даже боюсь думать. Я счастлива. Вы будете петь? Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже.